Всем привет, ребята! Это самое мое грустное видео на моем канале, потому что у меня только удалился. Короче, мой младший брат эту игру удалил, и тут она меня зависала. Ну, конечно, я ему немного благодарна, но и зла. Короче, скачиваю новую току вот в этом телеграме. Только Боковороуд. Ой, блин. Так, давайте хотя бы посмотрим, что здесь. Я таки решился А4. 24 часа на кладбище. Ну, классно, А4. Так, давайте посмотрим. Кто это Крэш? Эдисон, А4, Милс, Данкари, я, Никита, Панфилов, другой. Это другой. Эдисон, вау. Кстати, это новое обновление. Аквапарк у нас будет. 9-го у нас будет. Так, ну тут ничего больше интересного нету. И моя тока никак не скачивается, блин. Короче, соболезнуйте мне в комментариях, потому что я уже 15, блин, минут жду тут. Пока эта тока скачается, блин. Блин, 70 и все. Ну ладно, подождем еще. Он скачался? А нет. Ладно. Лучше через хэппи мод скачаю, а то у меня уже еще там еще 70 осталось лет. Так. Давайте быстрее, пожалуйста. Я очень хочу. Блин, это тоже не обновлено. Вообще краш. Короче, я уже зарядила свой телефон. Так, и сейчас буду скачивать. Вау. Ну, наконец-то, кстати, ой, блин. Сегодня, кстати, ждите сериал. Так что сегодня буду делать боксы. Так что пишите. Сейчас быстро загрузится. И я сделаю сериал. Не знаю, 2 или 3 серии. Но... Короче, ждите сегодня. Кстати, не... Ой. Законченное извлечение. Все. И сегодня я, наверное, выпущу 3 серии, а сериала «Нелюбимая дочь». Просто я вообще не успеваю его выпускать, и все мне пишут такие: «Ой, а когда будет серия?» Я не очень приятно, что вы следите за моими сериалами, и поэтому сегодня порадую вас. Так. Настрой себе, да. Так, подождите. Тока-бока! Ура, наконец-то я его скачала. Я как будто первый раз его скачала, типа. Ну все, давайте уже. Кстати, сегодня, ну, может быть, через 2 или 3 дня я сниму, я буду снимать стрим. Так что ждите. Стоп, что я скажу, это когда будет. Так что ждите. Я сейчас приду. Наконец-то! Ура! И самое интересное, что типа... Что? Там обновление... Кстати, знаете, что это было взломка этого, как его, обновления? Там что, блин, там тоже точно будет это? Там подарки, что ли, все будут? Блин, так интересно! Я что, скачала взломку? Типа полную? Блин, я так рада. Ну, там был, конечно, бассейн, там вот это все. Ну, классно. Кстати, если мне я буду останавливаться, извините, что я состилуса. Ну, классно, говорю. Давайте уже выйдем, блин. Мне так интересно. Давай уже быстрее. Кстати, кто хочет, чтобы я показала, как сделать очень удобный стилус? Я очень классно, если честно. Давайте поищем. Так. Дома мне все доступны? Да, все доступны. Давайте посмотрим обзор такой. Может, кто появился этот аквапарк, который обещали. Ребята, блин! Тут и правда! Ёлки-палки! Создали разных персонажа? Блин. Типа пятна точно там есть? Давайте только туда-ка пойдем, потому что мне очень хотелось гонку.
зонку этого, этой почты. Блин, я охренею, если там будет полностью взломка. Блин, ребят, там серьезно взломка, боя. Ёлки-палки, блин. Охренеть. Ну все, я в угаре. Я вообще не была на этом празднике. Ёлки-палки, блин. Что это за хрень? Блин. Так красиво. Это типа это подарок? Ай. Это костюмчик подарка. Блин, красивый. Ну, охренеть, блин. Это фотоаппарат моей мечты. Давайте удалим, чтобы потом он был в этом фотоаппарате. Блин, а это что? А, это типа фотоаппарат. А, еще можно подарок взять. Давайте его потом... А что там? А, ну да, это обычно. Блин, повезло, если... Пижама с бананами. Мне его так хотелось, честно. Крайм Пэтом. А это что? Масочка. А это там что? Ой, свинка, какая классная. Я не успокоюсь, если не знаю, что там. Вау, классно. Вау. Блин, ну серьезно, охренеть. Тут очки. И что-то еще, что я не знаю. А, вот, вау, классно. Опять одежда. 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 Одежда, 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 одежда. Я богатая, короче. Вау, руса, все забираем. И это забираем. На китайский Новый год я как раз не была. Ну, ёлки-палки, блин, вы что, не хотите, чтобы я тут сейчас сдохла, блин? Это вообще не классно. Блин, очень красиво. Это у меня было. Серьезно, очень красиво, ребята. Я даже покажу вам потом сейчас, какой это мод был и где я его скачала. Ну серьезно, вау, серьезно, это очень классное объявление. Кстати, конечно, можете его подождать даже, но не стоит, я скажу вам. Давайте все это в коробку положим, что мне нужно. Да тут все мне нужно, ребята. Мне вообще полностью зашла одежда, потому что я давно хотела эту одежду, но никак не могла скачать эту съемку, блин. Но сейчас очень сильно повезло. Я очень рада, если честно. И масочки я тоже хотела очень сильно. Моя головка не могла додуматься, типа, как это скачать. Тоже, знаете, классно. Но вот эта ракушка, боже, она так, она такая красивая. О, для ребенка тоже. Конечно, я его буду использовать не как этот чехол. Ну, короче, офигеть. Так. Тут что, есть люди новые? Да, есть, ребята. Там мальчик был, короче. Тут никого. Ребята, ждите сегодня сериал. Ёлки-палки. Такая красивая девочка. Блин, такой немножко. Кстати, я должна быстренько пойти к одежде, потому что я умру, если там будет обновление. Выходит, это мой сам... Я в видео, когда начинала, говорила, что это самое мое худшее видео, типа грустно. А нет, я передумала, самое классное.
Вроде бы тут ничего нету. Вау, ребята, это тут новая одежда. Тут ничего нет. Вау, красивый костюмчик. Это вроде бы добавили, да. Это тоже добавили. Вау, это тоже добавили, ребята, классно. Так, ничего добавили, ничего. Так, ничего, серьезно. А, вот добавили. Вот эту шляпку добавили. Тут больше ничего не добавили. Нет, не добавили. А в пятна? Нет. В прическах? Ничего. О, нет, вау, какой классный. Блин, делаем своего персонажа. Ну, а вот что у нас получилось. Теперь идем в аквапарк. Так, давайте посмотрим, что у нас тут. О май гад, ребят, это так классно. Давайте возьмем мою семейку. Так, блин. Тут никто не подходит. Давайте вот. Это все будет счастливчиком. Давайте положим нашу дочку, пусть купается. Крем от загара. Пойдем в магазин. Блин, он такой классный. Возьмем. Так. Тут очень красиво, ребята. А главное, удобно. Вау, это фитнес-зал. Ой, для купания. Тут даже есть баня. Ну, как баня. Ну, короче, едим. Лежит, это, толстин. А типа это что? А, это фитнес. Вот эти штучки этим полезли. Знаете, бывают такие же сумочки, такие сумочки. Так, давайте посмотрим, что есть. Есть вот такая вот одежда. Зачем на летом? Шорты. Ну, вот такие вот. Очки. Так, как раз ты одевайся. Так, шапку снимаем, зима. Ой, это деньги. Так, ну если деньги тут, ну надо брать. Вот. Давайте теперь посмотрим еще, что тут есть. Так, карточки там, наверное, скидочные. Одежда. Там все равно худи, зачем тут купил? Карточка. Ладно, давайте уже. Тут даже денежки можно взять. Ладно, пойдем посмотрим на другой. Ой, а эмоции тут появились? Нет. Давайте посмотрим теперь на другой. Пришла, чтобы скачать только, а пошла в новое обновление. Давайте пойдемте. Идем. Второй. Так, пришли тут животные. На жаль, у нас животного нет. Но мы их крыльем. Давай это возьмем для моего бокса. Сыпка. Бери, ты их загубил. Так, давайте посмотрим, что у нас тут есть. Тут у нас есть еда. Давайте положим. Идем. Ладно, там возьмем. Садитесь и едите. Еще, пожалуйста. Блин, что ты едишь? Держи. Я пойду посмотрю, что тут есть. Так, тут есть полотенце. Тут есть вода. А это все моя друг забыла. Так, тут есть вот такие вот надувные игрушки. Очень много. О, какой красивый. Это ты моя дочь? Да, мама. Ладно, пойдем. Так. Тут есть тоже такое место. Кстати, вот этот у меня бокс подается. Подзови это. Сукой, просто жиливарк нельзя взять. Так, хотели. Ничего. Странного. Это мое животное. Вы просто не его украли.
один. Так, давайте его отдадим мою дочку, а сами пойдем посмотреть, что тут есть. Третий этаж. И заходим сюда. Так, давайте пойдем в эту сторону. Так, тут у нас такой ковёрчик, что как мой. Так, давайте еще посмотрим, что тут есть. Тут есть такая лампа айс-крем. Давайте её положим сюда. Такая красивая сумочка. Вот это у меня есть. Если была, то была. Так, не видим, что вырвать. Так, блин. Здесь мороженое, тут еще есть телефончик. Вот радио. Тут у меня тоже красивая фигурка, но почему-то больше ничего нет. Так, ничего прямо просто заговариваем на себя. И тут мороженое. Здравствуйте, можно мороженое? Держите. Так, можете сами создать им свой мороженое. Вот так, классно. Так, то есть, тут есть. Боже, что классно. Так, вот уже создавать. Так, мультфильм. Так, вафелька. Шоколадный. Белый. Шоколадный. И бабушки. Вот. И подарок под какой. И бабушки. Так, и бабушки. И пойдемте дальше. Очень красивый дождь. Вау, ребята, извиняюсь. Вот, посмотрите. Это не было. А это что, ребята? А что? Видите, это баскетбольная. Так. Вот, кольца. Ладно. Давайте пойдемте. О, а это что? А, это пришел. Блин, давай пойдем на память. Это что было? Это что было? А, ну давайте возьмем на память. Очень классно. Вау. Вау, Никита. Вау. Ну, очень сильно. Давайте и это возьмем. Ну, классно, блин. Так, вау. Вау. Так, ну, красивый стекло. Давайте теперь пойдемся в другое место, в дома. Может быть, там что-нибудь появилось. Выходим. Надеюсь, там появилась какая-нибудь мебель, потому что новые вещи есть. Давайте соединим его в дом. Вы знаете, вот такой влог. Пойдем снимать первый. Давайте быстрее, пожалуйста. Ну, очень не хочется посмотреть, что там есть. Надеюсь, что-нибудь там точно будет. Давай, часики, тикайте. Так, давайте вот здесь. Ну, кровати, конечно, ничего не... Фу! А, это типа у нас разделили. Что? Для торта? Что? Вот, вроде бы тут еще должен быть тортик. Да, это еще свечки тут. О, классно. Кстати, тут у меня будет магазин. Давайте посмотрим, что еще здесь есть. Надеюсь, а нет. Тут тоже ничего нет. Фу,
Тут тоже, и тут тоже. Ну, ничего тут нету больше. Ну, вообще, я вот рад я этому обновлению, если честно. Давайте уже делать магазинчик. Я уже готова сейчас сделать. Возьмем вот такие вот полки. Кстати, сегодня можете написать бокс, чтобы я делала. Я вам обязательно сделаю этот боксик. И давайте тут уже столик. Так, где наш фирменный розовый цвет? Вот так вот. Так, ровно надо бы его поставить. Вот. Вот так красиво. И стол. Давайте два. Не знаю зачем, но ладно. Теперь обустроим это все на камеру. Так. Чтоб здесь был. Ой. Ну, в принципе, я просто сейчас только сделаю, а потом уже эти ящики возьму с этими вещами. И это уберу все там. Потому что хочу здесь сделать сериальчик. Давайте сделаем быстренько вот эти золотые штучки. Блин. А. Кафешка. Банан. Зубная щетка, которая работает. Так, ящики. Вау. Роза. Давайте делайте карандашик. Ручка вроде бы есть. Вау. Это вроде бы что-то новое. Нет, ничего тут нового нету, к сожалению. Клевер. Вроде бы так. Сердце, боже мой. Ну ладно, давайте. Блин, это сердце я поставлю сюда. Шутка, короче. Так, давайте положим ящики вот такие. Так. Во все надо. Ну вот. Первое давайте положим вот. Ой. Первое давайте положим эти штучки, которые были там. Так, где они? А, вот они, шарики. Положу тут еще одни шарики положу. Вот здесь и еще тут. А, нет, некрасиво так будет. Давайте его переставим. Нет. Хочу прям полностью зайти. Вот так. Нет. Вот так вот. И еще здесь. Нет, Иван, хочу. Вот. И теперь вот эти вот циферки надо положить. Так. Вот так вот. Еще вот такой вот. Так, давайте еще что-то носить. Вот такие вот штучки. Это типа шипучки. Да. Давайте по несколько их будем ложить. И еще желтые. Это видео будет очень долгим, если что. И еще вот так вот. Я просто на видео снимала, как я буду скачивать току обратно. Но что-то не так. Ну ничего страшного. Тут еще есть фейерверки, ребят. Классно.
Это типа на день рождения. Я поняла. На день рождения, ребята. Но наш магазин тоже типа день рождения. Ну не день рождения, а как-то... Как бы это сказать-то? Вау, ребят, ну это вообще... Ну не надо же так красиво все это делать. Я вообще благодарю разработчиков. Это самое, мне кажется, лучшее обновление за все годы, как я тут играла. Ну, конечно, второе, потому что где делали этого, как его... Блин, я забыла. Вроде бы создавали персонажей же. Это было первое лучше. А второе это вот этот. Так. Свистунчики. Давайте пишите, когда у вас день рождения. Я сделаю бокс на день рождения. Так. Давайте еще вот такой. А, 10 лет только бока. Ну классно. Но только 9 уже исполняется. Надеюсь, будет там полностью. Я бы хотела знать, какой еще. Где был бы дождь и что он такой. Погода хотела бы. Чтобы типа или дождь добавили где-нибудь, или вот здесь вот погода. Классно, это все. Это выключить. Наконец-то. Ой. И еще вот эти золотые вещи. Так. Ну, думаю, я это буду как в подарок ложить. Потому что эти золотые вещи классные. Так, что тут? Ой, что тут еще? Блин. Что тут еще можно положить? А почему их удалять нельзя? Блин. Класс. Так. Теперь вот здесь вот давайте. Положим мелки. Так, побольше. Я заполняю, пока я, типа, ограничений не будет. Вот. Так, у нас уже почти... А, уже, да, две полки заполнено. И еще я сделаю с полками. Тут у нас будут гитары. Вот здесь, то есть. Можем. Знаете, что нет? Тут не буду, потому что... Ой. Потому что я хочу на полках это сделать, чтобы красивее смотрелось. Так. Что еще положить бы? Так, я не знаю вообще, что положить. Кстати, вот эти вот хомячки мне надо положить. Чтобы как... Чтобы выложить как, типа, конвертик с названием, типа, моего... С пожеланиями и названием магазина. Кстати, у нас очень активно теперь будет канал, потому что у меня всегда... Ну, мы сейчас у моей бабушки. И у моей... Я одна тут. Вот, тут моей мамы и моих сестер. Там вот этих вот нет. И поэтому мне будет легко снимать, потому что я за ними всегда смотрела, и поэтому мне было сложно общаться, вообще нет. Так, косметички вот такие вот положим. Ну, не знаю, как можно их использовать, как пенал тоже может. Вот, давайте сюда положим. Тут же... Как-то положилось.
еще лапки. Хоп. А нет. А теперь вот хоп. Вот. Так, давайте еще вот такую вот конфетницу положим. Вот два, три, четыре. Ну, вообще классно получилось, ребята. Скажите, вот этих вот хэллоуинские вещи положим еще. Давайте вот столько баночек с глазами. И еще, давайте еще с паучками тут было. Ой, тут еще с зубами есть, блин. А я об этом не знаю. Вообще, трэш. Вот. Ну, оставим больше. Не хочу класть. Давайте я потом продолжу, потому что это очень долго нужно. Прям вообще долго надо заморачиваться. Еще 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 коробочек, да и то и надо украшать еще. Так что сейчас я буду снимать сериальчик. Ждите, короче. Если вам понравилось мое видео, поставьте лайк. Подпишитесь на мой канал. А с вами была я, Кира. Всем удачи, всем пока-пока!